Поднялись на второй этаж этого дома и ожидали. Ожидали здесь, когда приедут остальные. Поднялись, сказали, вот мы телефон у него забрали, там это самое. И все, и потом поехали звонить, получается. Там находился, получается. Также дверь была прикрыта, я не видел, как, в каком положении он лежал. Ноги, получается, примерно вот тут где-то находились. А все остальное тело там. Погрузили тело в багажник, я его захлопнул. Все, сели в машину и поехали. Но практически обрыва. Все, открыл багажник и